перед этим мы говорили о нейтрино, что является двигателем человеческого сознания, разума, что дает мысли, что дает энергию для деления клеток, что подпитывает наши нейроны и дает информацию. И проскочила информация о том, что в будущем Земля станет новым раем, что ты сказал о том, что тут будет водородная среда, и тут пойдут ядерные реакции, как на Солнце, и Землю заселит лучистое человечество, и что люди будут излучать, они будут, так сказать, также лучиться. И вот как раз тему водорода, присутствие водорода на будущей Земле, уже обновленной Земле, которая уже райской планетой снова станет, очистившись от негатива и всего прочего, что мы тут на ней сделали, мы переходим как раз вот к этому интересному прибору, который дает водородную воду. Как ты мне объяснил, что эта вода становится насыщена водородом. Ну и поподробнее вот расскажи, что это такое. Ну, первое, что открылось мне, это то, что я всегда думал, чем дышит и как дышит на райских планетах и на божественных планетах. И мне открылось, что водород является необходимой частью дыхания. И на Земле бы был водород. И вот потоп – это и есть потеря водорода. То есть, когда водородная оболочка нарушилась и стала проникать в нижнюю оболочку, происходило взаимодействие, образование воды. И в Библии так описывается, что открылись тверди небесные и потекла вода с неба. То есть водород стал соединяться с кислородом, образовывалась энергия, вот это есть стихийное бедствие фактически, и пошел потоп. 40 дней шел потоп. Отсюда вывод, что действительно водородная атмосфера была. Какие предпосылки к этому? Ну, во-первых, есть работы, которые показывают, что действительно человек, который дышит водородно-кислородной смесью, он намного лучше себя чувствует, комфортно. Второе подтверждение. Было найдено, что растения лучше растут при двух атмосферах. То есть нужно несколько атмосфер, чтобы растения вышли в свой режим. То есть при повышенном давлении растения становятся высокими, сочными, большими и вкусными. Возникает вопрос, как наша атмосфера может быть более плотной? Ответ только один. Сверху что-то давило. И вот это давление сверху, это и была некая водородная атмосфера, которая придавливала нашу атмосферу, и у нас было примерно 2 атмосферы. И именно 2 атмосферы – это та комфортная атмосфера, которой мы дышим. Плюс частично какие-то порции водорода сюда проникали, и мы дышали водородно-кислородной смесью. То же самое, водород проникал в воду, потому что происходил обмен, то есть то же самое, вода испарялась, соединялась с водородом, обогащалась водородом, падал на землю, и мы пили вот эту воду, ну, назовем, это было все в раю. И третьим фактором, который подтверждает, что водород нужен, это то, что, ну, понятно, что кислород является универсальным окислителем, но должен быть некий стабилизатор процесса, который мешает окислять организм полностью и фактически приводить к старению организма. Так вот, таким фактором является водород. И раньше, когда человек дышал водородом и пил водородную воду, или вода с водородом, условно говоря, у него вот этот окислительный стресс, который возникал от кислорода, он гасился, и человек мог жить долго, ну, тысячи лет. Как только мы потеряли водород, у нас остался только кислород, то у нас запустились механизмы старения, и мы стали жить не тысячи лет, а 100 лет. Сейчас вот эти знания о водороде, о водородной воде возвращаются. Почему? Потому что новое человечество будет жить на преображенной Земле, где будет водородная атмосфера. То есть водородная оболочка на Земле будет восстанавливаться. Откуда она возьмется? Прежде всего, создание этой водородной оболочки связано с Солнцем.
То есть понятно, что больше всего водорода где? На Солнце. И естественно, Солнце поделится еще своим водородом, и мы станем особой планетой, потому что в этой водородной атмосфере, соединившись с магнитным полем Земли, будет происходить ядерный процесс. То есть фактически Земля будет светиться, как звезда, такая маленькая звездочка. Но температура ней будет нормальная, то есть ядерные процессы будут происходить, ну, условно говоря, при 30 градусах Цельсия, то есть в нормальных, комфортных условиях. И вот это свечение, это и будет та энергия, которую мы будем потреблять на планете, на новой Земле. И это будет раем, то есть этот человек будет питаться этим излучением и находиться в этом световом облаке или световом коконе. И первый шаг к освоению вот этой энергии, это прежде всего потребление водородной воды. Еще одним из аргументов в пользу водорода является то, что все наши клетки организма настроены на холодный ядерный синтез. То есть мы можем из воды делать топливо, условно говоря. Наши клетки могут это делать. Сейчас есть уже работы, ну, как так, их много было, просто они были закрыты. Сейчас есть доказательство, что в биологических системах идет холодный ядерный синтез. То есть клетки могут превращать, допустим, если кальция не хватает, то из калия они делают кальций, там, ну, еще другие процессы, там, добыча углерода, если им нужен углерод. Железо можем делать. То есть это аналогичный процесс алхимическим, да, процессом, когда из свинца золото делают. Но я бы назвал, важнее, прежде всего, важные биологические элементы нужны. Угу. Из свинца золото – это такая слишком просто эмоциональная тема. Она связана с тем, что человек просто, ну, алчный, поэтому для него эта тема очень важна. Угу. А на самом деле надо просто понять, что водород с водородной водой запустит механизм получения нового источника энергии. То есть, если водород будет напрямую соединяться в вашем организме с кислородом в водородной воде, то это новый тип энергии, новое топливо. То есть человек будет пить водородную воду и частично часть энергии будет получать через окисление водорода кислородом. То есть, ну, внутри клетки это происходит постоянно, а у нас это будет, ну, фактически, вы можете... То есть вода действительно станет питанием. То есть это не просто будет вода, а именно вода, насыщенная водородом. И вот сейчас мы сделаем маленький эксперимент. Вот идет чистая родниковая вода, она вкусная. Мы сейчас наливаем, вот, я специально наливаю, чтобы человек мог попробовать эту воду. Давай сейчас вот. У нас есть независимый экспериментатор, то есть он запоминает. Да, вода действительно вкусная, свежая такая, освежающая. И теперь мы эту же воду наливаем. Ну, этот пробник мы оставляем, чтобы потом сравнить, человек мог сравнить. Да? Вот мы наливаем водородный стакан, запускаем водород. Вот, значит, какой красивый прибор, тут, да, прямо, ну, фиолетовое свечение идет. Ну вот это специальная подсветка такая. На самом деле тут идет разложение воды на водород и кислород. Кислород уходит в атмосферу. У меня первая ассоциация, что это какой-то холодный ядерный синтез идет. Ну это тебе подсказка идет. Да, и светится вот это все таким синеватым свечением. Ну, по крайней мере, это ассоциативный ряд, который навевает вот конструкция данного прибора. Ну, можно сказать, как этот прибор называется? Ну, это вот есть некие фирмы, которые выпускают уже водородные стаканы, где вода фактически обогащается водородом. Потому что здесь выделяется водород, он проходит через воду. Там аккумулятор. И, да, тут находится маленький аккумулятор, который с помощью там мембранной технологии разделяет воду на кислород и водород. Водород идет сюда, кислород идет на выброс. Но есть механизм, когда можно и кислород запустить. То есть можно сравнить. А, тут есть переключение. Да, есть режим, можно сделать так, что воду можно обогатить кислородом. Я сейчас пробую такой вариант. Сначала водород, потом кислород. Я уже захотел себе такой стакан. Вот. Он красивый, даже там, так сказать, пузырьки он пускает.
Вот. Но тут важно, что прежде всего люди, которые этим заинтересуются, должны узнать, какая мембрана, потому что качество получения воды связано с мембраной. Мембрана должна быть качественная, потому что если мембрана будет некачественная, допустим, какая-нибудь левая фирма, которая начинает это все делать, то в момент гидролиза часть мембраны, вещества, может попасть в воду, и вода загрязнится, это уже будет... Ну, вода, обогащенная металлами. Но вот. Это не тот вариант, когда делали аналит и католит, вот живую и мертвую воду. Это, нет, это процесс, совершенно да? другой. Тут просто чистый водород, который проходит через воду. И главное, что мембрана хорошая, она не разрушается. Металлическая? Нет, там платина какой-то группы, там она с платиной. Вот. Так вот, суть заключается в том, что водород действительно может обогащаться, то есть вода может на себя брать водород и обогащаться им. Mm-hmm. Вот. И, в принципе, есть работы, которые показывают, что когда-то ну, эти работы проводились, допустим, космонавты пьют такую воду, ну, может быть, они не говорят об этом, но это реальный факт. Потом, какие работы еще? Значит, когда исследовали места долгожителей по планете, там, то обнаружили тоже интересный факт, что в этом месте вода обогащена водородом. Ну, вот, а сколько времени должно? Ну, 5-10 минут можно поставить. Кстати, тут много водорода скопилось. Если открыть крышку и поднести зажигалку, взорвется. Нет, она нет. Тут водород не такой концентрации. Кислородно-водородная смесь, она взрывоопасна. Да, да. Ну, тут нет. Чтобы, кстати, чтобы люди не пугались, чтобы произошел взрыв, нужно 1% водорода хотя бы. То есть вот если выделяется 1% водорода от объема, тогда эта смесь уже становится опасной. Mm. Если меньше 1%, то это безопасно, даже если вы спичку поднесете, ничего не будет. То есть реакция не произойдет. Тут так рассчитано, что тут выделяется меньше 1% от общего объема. А вообще водород как-то связывается с водой тут? Вот он как-то. Вот часть из него из воды выходит в виде газовых пузырьков. А что-то растворяется? Вообще вот, водород, я не знаю, растворим? Так вы растворим. Растворим. Так да? Вот в том-то и дело. Кислород, я знаю, растворим. Водород тоже растворим, но там есть какая-то... То есть понятно, что если вы будете... Почему взято 10 минут? Потому что за это время насыщение ну, почти полное. Можно, конечно, сделать еще, но это будет небольшая разница. Ну вот сейчас вода готова, ты можешь, вот я переливаю вот сюда, вот, и ты можешь сравнить. Вот. Есть ли разница? Ну по вода... запаху уже отличается, кстати. Тут более ярко выраженный запах, даже немножко такое ощущение озона. Ну, может быть. Хотя, может быть, это мне кажется, на самом деле. Ну, посмотрим. Нет, тут более ярко выраженный запах от воды идет. Ну, вода такая же свежая и чистая. Ну, ты можешь сравнить, есть ли разница. То есть, разница есть, она связана с тем, что... Ну, я не буду сейчас говорить, давай сейчас просто для чистоты эксперимента. Ощущение такое неуловимое, еле уловимое, но ощущение, что вода более мягкая тут вот, как бы она так вот... Запах усилился, а вот ощущение... Вот тут вода более, как будто бы более, я не знаю, как это назвать, более плотная, что ли. Тут такое ощущение, что вода, когда ее берешь в рот, она как суфле, как пенка сразу растекается по языку, впитываемость, наверное. Ну вот первое ощущение, вода становится более легкой. Легкая, да, мягкая вода. Такое ощущение, что она быстрее
в ткани, вот, в язык впитывается, в слизистую полость. Первый эффект, который был обнаружен, это то, что эта вода более биологически активна, и она очень легко усваивается. То есть она хорошо воспринимается растениями, хорошо усваивается, быстро усваивается. И есть даже механизмы. Ощущение впитываемости. Да, есть механизмы, когда, ну, там эксперименты, которые показывают, что растения ее любят. То есть она хорошо проходит через мембрану клетки и усваивается. То есть основной процесс, что она биологически хорошо усваивается. Можно так назвать. Вот. Но можно еще сделать следующий эксперимент. Можно сделать водородно-кислородную смесь. То есть вот я сейчас занимаюсь. А какие фирмы рекомендуешь? То есть есть подделки, есть некачественные? Ну, прежде всего обращайте на производство мембраны. Мембрана должна быть качественная. То есть прочитайте, качественная мембрана в этих стаканах. То есть внутри тут сеточка. Сеточка, под сеточкой вот эта мембрана. Это некая такая тоже сеточка из металла. Только это уже наносеточка такая. Да. Значит, мы можем что еще сделать? Мы можем сделать еще один эксперимент. Значит, вот есть такой режим. Сейчас я просто водород поставлю. Ну, во-первых, этот стаканчик чем хорош? Здесь можно, здесь верхнее отверстие, вот, открывается. Выпускает газ. Да. Сюда вставляется такой пластмассовая трубка, и можно дышать. То есть одновременно и выделять, и дышать. То есть, водородом. Да, и знакомство мое с водородом началось с того, что я не с воды начал. Я познакомился, у меня есть друг знакомый, он занимается дыханием водорода. И вот он там, у него есть специальный там, ну, так как пока это экспериментальное, то я у него просто как проверял ощущения там, воздействия там, и так далее. И я у него дышал водородом, и действительно эффект есть, то есть повышается иммунитет, лучше самочувствие. И отсюда дышал? Или баллоны водородные? Не, у него специальный агрегат, то есть там выделяется водорода намного больше, и он специальным образом активируется. То есть там все-таки водород более активен, в активной форме. И он действительно помогает дышать намного. Ну, по сравнению, как можно сравнить? Вот в такое впечатление, в городе особенно это чувствуется, дышать очень тяжело, тяжелая атмосфера. А когда подышишь водородом, дышать легче становится. Это такой же эффект, когда вы приезжаете в свежий лес и дышится легко. Вот эффект водорода примерно такой же, дышится легко. И, так сказать, еще один интересный эффект, что, ну, это мое уже наблюдение, почему я сейчас водородно-кислородной смесью, что у него я тоже сначала дышал водородом, а потом мы решили, давай попробуем, водород, потом кислород. И я у него дышал водород, потом кислород, потом водород, и вот пробовал разные комбинации. И это тоже работает. То есть получается, что после водорода даже кислород усваивается по-другому в организме. Более легко, более комфортно. Не закисляя организм. Да, то есть получается, что чтобы кислород перестал быть вот этим фактически структура, которая создает нам старение, то есть механизм старения запускается кислородом. И чтобы вот это выключить, нам нужен водород. Вот это то открытие, которое надо донести до людей любым способом, что, ребята, если вы хотите выключить кислород как ненужный окислитель, который приводит к старению, нужен водород. И водород действительно это энергетика, не просто то вот, ну, с потолка взятое. Вся клетка энергетики построена на водороде. Внешняя энергетика, то есть межклеточная структура, да, там. Все, что мы называем как питание межклеточное, это действительно кислород. А вот внутриклеточное это водородное питание. И они должны быть сбалансированы. Но так как у нас нет водорода достаточного, да, то есть, ну, биологи знают, что здоровая атмосфера должна рождать водород у нас. Но не у всех людей это происходит. И так как это происходит не у всех людей, то некоторые стареют быстрее. Вот если у вас микрофлора выделяет водорода достаточно, вы не будете стареть, вы будете здоровыми. А если микрофлора не выделяет водород, то вы будете быстро стареть. Но даже вот такие механизмы, они уже есть и доказаны.
А вот, скажем, во время грозы, сейчас много дождей, гроз, там помимо образования озона, там, так сказать, там же водяные пары в грозовых, в стволе линейной молнии может расщепляться, ну, разделяться вот, кислород надо... и водород. То есть, вот, скажем, после грозы. Но никто, наверное, никто таким способом это не смотрел. Может быть, тут тоже есть такой механизм. То есть, если померить, меняется ли концентрация, появляется ли у нас водород во время грозовой деятельности. Угу. Вот. Но это тоже вопрос надо изучать. То есть, надо изучить, посмотреть. Так, сейчас я включу кислород. Вот тут есть режим кислорода. Угу. То есть, сначала водородом, потом кислородом, да. И, почему? Там такие же идут пузырики. Да, да? То есть там меняется. Там пузырьки идут те же, но это полярность уже, меняется. Да, меняется полярность, и он начинает выделять кислород. Суть заключается в чем? Универсальным топливом является водород-кислород, когда он соединяется, то есть в нашем организме. Если вы хотите получить универсальную батарейку, которая дает энергию на все процессы, это водород плюс кислород. Это идеальное топливо. То есть как бы формула идеального топлива. Да? Так вот, в наших клетках получается так, что клетка дает водород, мы дышим кислородом, это соединяется, и мы получаем энергию. Причем остаток от этого – чистая вода. И так должно быть. Но так как у нас водорода не хватает, то идет кислород, идет окислительный стресс, клетка гибнет и организм стареет. Поэтому организму необходимо сразу получать смесь, где есть водород и кислород. Угу. Это вот такая моя идея. И в принципе она тоже имеет право на существование. То есть вы можете одновременно дышать смесью, которая уже обогащена и водородом, и кислородом. И ваш организм только соединяет этот механизм внутри себя, и вы получаете энергию из воды. Это вот примерно то, что, к чему мы должны прийти. А то, как же дыхание по бутейка? Там он наоборот говорил, что для организма полезно насыщение углекислым газом, что реагируют сосуды, расширение сосудов. На самом деле головные боли проходят для легких, так сказать. Я бы сказал так. Дыхание по методу бутейка. Тут одну причину заменили другую. На самом деле нужно правильное дыхание. Вот что такое правильное дыхание, это вопрос. Но мои наблюдения показывают, что у дыхания должно быть 4 фазы. У нас не 4-фазное дыхание. Значит, так как человек четырехуровневое существо, дух, сознание, душа, тело, то все 4 фазы дыхания связаны с этим. Значит, когда вы вдыхаете, работа духа, вы совершаете некое усилие, чтобы вдохнуть. Потом должна идти пауза. Это работа вашего сознания. У нас, как правило, паузы нету. Мы сразу вдохнули, потом выдохнули. И вот эта пауза между вдохом и выдохом, она очень важна. Но так как люди неправильно дышат, они пропускают эту фазу, поэтому сказать, они фактически выключают свое сознание. Сознание у них не работает. Поэтому сказать, что человек разумный, я не могу. Мы уже сошлись на мысли, что человек эмоциональный и квазиразумный. Да, квазиразумный. Вот. Потом идет выдох после паузы. И момент выдоха – это уже работа души. Ну, это понятно, это работа душа, это кровь, это вот как раз поглощение кислорода и так далее. Это у нас есть. А вот следующий этап, опять, должна быть пауза. То есть, после выдоха должна быть пауза. Ну да, по бутейка. Вдох – задержка, выдох – задержка. Вот эти две задержки, они самые важные. Да, но нужно понимать, с чем работать. Целебное дыхание. Да, значит, когда ты вдохнул, пауза, у тебя работает сознание, а когда ты выдохнул, пауза, работает тело. То есть, оказывается, релаксация тела происходит только когда ты выдохнул и держишь паузу. Когда ты опять начинаешь как будто бы чуть-чуть нырнул под воду на короткое время. Ну да, можно сказать так, что вот эти две паузы человек пропускает. То есть он дышит вдох-выдох, вдох-выдох.
Да, на Паузу 66, давай перейдем. Вот. Кстати, вот. То есть, да, получается... Да, мы еще это самое. Давай, вот сейчас сделалась вода. Да. Так, мне надо тогда допить. Отъезд, ага. Потому что мы не успели. А тут сосудится. Вот, теперь водородно-кислородная вода. Вот, смотрите, водородно-кислородная вода. А дальше перерыв. Александр. Мы сейчас проводим эксперимент. Ну, запах также усилен, по-моему. Да, вкус изменился, появилась небольшая кислинка. Да, это кислород. То есть кислород дает чуть-чуть кисловатый, да, привкус. Фактически это уже там есть и водород, и кислород. И в вашем организме он соединится, то и даст энергию. Уважаемые друзья, сейчас, в данный момент, я пью некий эликсир жизни, насыщенный водородом и кислородом. Вот такая вода продлит вашу молодость, бодрость и даст вам заряд энергии. Вот это то, что должны пить люди. Да, в принципе, можно сказать, что нашему, я не знаю, государству, там, чиновникам надо очень серьезно отнестись к водородной воде. Значит, просто сейчас уже есть работы в Японии, то есть японское правительство это взяло на вооружение. И медицина Японии, поверьте, это самая продвинутая медицина, они поняли, что без водородной воды ничего нельзя сделать. И сейчас у них на первом месте стоит водородная вода. Вот эта фирма, она, ну, я не хочу рекламировать, чтобы не быть таким, как бы, рекламатором, ага. Это фирма корейская, вот. Но есть и более хорошие фирмы, просто это средняя, то есть эта фирма, она называется цена-качество, то есть есть, конечно, за 30 тысяч, это вот 8-9 тысяч, ага. Это вот стоимость этого стаканчика. Вот. Есть дешевый там, ну, за 6 тысяч, это... Я смогу сразу сказать, это некачественное. Отечественный, да? Да. То есть, или Китай? Китай. То есть, вот если меньше 6 тысяч, то это все. То есть, вот старайтесь все-таки выбирать качественное и просто побольше почитайте про водород и кислород. Угу. А самые качественные, вот, наверное, японские считаются, да? Да. Вообще, если брать варианты, то самые продвинутые в этой области по водородной воде сейчас на данный момент это Япония. Угу. Все. Спасибо. Ну, что-то прошло.